Вадим Красносельский сегодня обязательно будет смотреть матч «Интер-Шериф». Президент считает, команду ждет непростая битва, но игра будет красивой. «Шериф» сотворил уже не только сенсацию, но и чудо. И все ждут просто продолжения вот этого чуда под названием «Шериф», футбольная команда «Шериф». Вот. Но надо, конечно, быть реалистом. Я все-таки думаю, что сегодня игра будет очень тяжелая для «Шерифа», очень тяжелая. «Интер» будет беспрерывно атаковать, поэтому я желаю выдержать данный напор. А дальше, может быть, благодаря уже не чуду, а своему мастерству, «Шериф», совладая ситуацией, и окажет серьезное сопротивление. Я хочу пожелать, конечно, удачи нашей команде. Все-таки есть мотивация у игроков. Главное, есть желание играть. Вот. Благодаря этому игра будет красивая. А результат посмотрим.